Джип Grand Cherokee. Только что доделали выхлопную систему, изменили звук с минимальными внедрениями в выхлопную систему. Это означает, что практически все осталось штатное, поменялись только после заднего моста элементы, и вы видите уже хромированные красивые насадки, конечно, новые, сверкающие. Жалко, нету еще солнца, они бы еще ярче сверкали. И уже появился такой негромкий, но вместе с тем благородный басовитый звук, что и нужно было владельцу этого джипа. Собственно, всю работу сделали ребята из ультравыхлоп. Оцените, пожалуйста, ее качество и скорость. Справились всего за несколько часов. А для любителей и тех, кто хочет прокачать свою тачку, welcome к нам в ультравыхлоп. Добро пожаловать! Такой вообще ненавязчивый звук, на самом деле. Да. Негромкий.